Приветствуем вас на нашем канале. Когда-то дочь Василия Шукшина была известна благодаря ролям в кино, а также работе в программе «Жди меня» на Первом канале. Однако сейчас имя звезды у многих ассоциируется с конспирологией и громкими заголовками в СМИ. Еще во время пандемии коронавируса дочь прославленных артистов привлекла к себе внимание тем, что выступала против вакцинирования. В личных соцсетях Мария постоянно критиковала тех, кто принуждал народ делать прививку. Уже тогда многие люди отвернулись от Шукшиной. Даже некоторые звездные коллеги не понимали артистку. К примеру, актер Борис Щербаков был поражен выступлениями Марии. Сейчас Шукшина переключилась на чисто политические темы в личном блоге. После начала спецоперации по спасению Донбасса не проходит и дня, чтобы звезда не посвятила острой теме хотя бы один пост. Мария готова комментировать все, что угодно. К примеру, недавно актриса потребовала запретить в России чизбургеры и гамбургеры. Таким образом, Шукшина хочет искоренить в нашем обществе низкопоклонство перед Западом. Неудивительно, что коллеги продолжают сознательно отстраняться от активной Марии. Так стало известно, что очередной ведущий порвал со знаменитостью. Речь идет об Оскаре Кучере. Об этом бывший коллега Леры Кудрявцевой объявил в личном блоге. Отписался от канала Маши Шукшиной. Пропаганда и много непроверенной информации. Стало неинтересно, заявил Оскар. Примечательно, что некоторые подписчики обвинили Кучеру в лицемерии. Ведь он и сам часто говорит в блоге на политические темы. Однако, подавляющее число читателей поддержало его решение отказаться от чтения соцсетей Шукшиной. Аналогично, отписалась еще в том году. Ну а как еще прикажете удерживать интерес примитивных домохозяек? У Маши много сейчас информации, пустой. Я давно это сделала. Из крайности в крайность кидается, сообщили подписчики Кучеры. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки и пишите свое мнение в комментариях.